Секрет, почему не цветет эхмия в домашних условиях, кроется в уходе. Слушайте в сегодняшней аудиостатье, где были допущены ошибки, проверенный способ, как восстановить эхмию, если не цветет. Эхмия – бромелевое растение, принадлежит к числу тропических, пришло из яркой Бразилии. В домашних условиях на евразийском континенте приходится подстраиваться, чтобы не погубить эхмию. Что любит эхмия в уходе? Освещение, влажность воздуха, умеренную температуру зимой, регулярный полив. Ошибкой было бы создать для эхмии слишком влажную среду за счет постоянного полива или же постараться приблизить к тропическим условиям за счет повышения температуры. Знаем, проходили. Чтобы добиться тропического климата дома, эхмии нужно продолжительно освещать под рассеянными лучами, а также увеличивать влажность воздуха. Как правильно ухаживать за эхмией для цветения? Поставить под рассеянное освещение, не допускать воздействия прямых лучей на листья. Увлажнять воздух, увеличивая количество опрыскиваний с середины весны. Создать следующие температурные условия от 20 до 26 градусов весной и летом, а зимой не ниже плюс 17. Поливать эхмею более активно с апреля и до конца августа, затем снизить частоту. Вегетационный период увлажнять до 3 раз в неделю. Если какое-то из основных правил ухода за эхмией не было соблюдено или же заметное отклонение от нормы, то нужно сначала восстановить нормальный уход, затем стимулировать цветение эхмеи. Итак, на что стоит обратить внимание, почему не цвела эхмея в домашних условиях? Растение могло не цвести, если влажность воздуха и освещение были выставлены неправильно. Также возможный вариант кроется в понижении температуры воздуха. Чересчур высокая – тоже плохо. Более плюс 35 градусов, да еще и на солнце для эхмеи губительно. Заливать растение в горшок не надо, чтобы влага не застаивалась, а корни эхмеи не смогут перерабатывать поступившего объема. Как заставить эхмею цвести в домашних условиях? Первое, что нужно сделать, чтобы восстановить пробел в уходе, где были допущены погрешности. В течение 2 недель введите эхмею в нормальное состояние. Если цветение не появилось после восстановления, намекните эхмеи, что пора выпускать цветонос. Как заставить эхмею цвести в домашних условиях? Первое. Немного полить землю эхмеей, чтобы была едва влажная. Второе. Положить в горшок дольки яблок. Третье. Накрыть эхмею прозрачным пакетом или банкой. Четвертое. Оставить на 10 дней, периодически проветривая. Пятое. Менять яблоки. Метод, как и все домашние рецепты, может по-разному отразиться на каждом растении, но многие цветоводы опробовали такой способ восстановления цветения и могут рекомендовать. Единственное, что растение не стоит доводить до гниющего состояния, поэтому положенные яблоки периодически меняются на свежие. Температура воздуха при этом должна быть плюс 25. Через 10 дней эхмия должна сформировать бутончики, поэтому смысла держать пакет дольше нет. Заменить яблоки можно на кусочки банана, но они портятся быстрее из-за специфики плода. Лучше держать эхмею меньше под накрытием и чаще проветривать. Пишите в комментариях, сработал ли предложенный метод, какими еще рекомендациями, как заставить цвести эхмею, можете поделиться. Ставьте лайки, делитесь видео и подписывайтесь на канал TuneHInfo.